Всем привет! В этом видео я покажу вам, как получить бесплатные эмоции в Roblox, как их установить, где их взять, ну и так далее. Итак, в первую очередь заходим на официальный сайт Roblox во вкладочку «Аватар». Здесь мы переходим во вкладку «Animation» и «Emotes». На этой вкладке находятся все ваши доступные эмоции. У меня их 5 штук. Для того, чтобы добавить новую эмоцию, нужно нажать на See All. Мы попадаем в Avatar Shop. В принципе, можно было и сразу перейти в Avatar Shop, но я вам должен был показать, где находятся ваши эмоции. Для того, чтобы найти новые бесплатные эмоции, нужно ввести в поисковую строку слово Free и нажать Enter. Помимо множества одежды и аксессуаров, появятся и эмоции. Например, вот тильт. Ну и другие. Салют. Аплауд. И так далее. Возможно, есть еще какие-то. Да, вот. Но для того, чтобы добавить их себе в коллекцию, нужно нажать на найденную эмоцию и нажать кнопку Get. Get Now. Готово. Она помещена в вашу коллекцию. Теперь возвращаемся во вкладочку «Аватар», «Animation», «Emotes» и видим, что у нас добавилась наша новая эмоция «Салют». Но для того, чтобы вы могли активировать ее в игре, вы должны добавить ее в слот быстрого доступа. Для этого нужно нажать на эту эмоцию и выбрать свободный слот. Ну, например, вот у меня под циферкой 6. Нажали на него, и у нас на этот слот добавилась эмоция. Готово. Закрываем. Для того, чтобы протестировать добавленные эмоции и показать заодно, как они активируются, давайте зайдем в какую-нибудь любую игру. Так, ждем, пока загрузится. Готово. Для того, чтобы активировать эмоцию, нужно вызвать меню быстрого доступа нажатием клавиши U. Там, где у вас точка и буква U. Нажимаем и видим слоты. Можно мышкой нажать. Ну вот он проиграл. Либо выбрать, то есть нажать на клавишу и нажать на цифру. Например, 2. Для того, чтобы воспроизводить эмоции как можно быстрее. То есть клавишу U и цифра, на которую у вас записана эмоция. Вот, собственно, и все. Всем спасибо, всем пока.